Здравствуйте, в эфире новости телерадиоканала «Иртяш ТВ». В студии Анастасия Поддубная, и вот главные темы этого выпуска. Многофункциональному центру Озерска исполнился год. Год культуры знакомит с творческими людьми. Танцевальный бада-бум в театре «Наш дом». 27 января в здании администрации состоялась встреча с начальником управления капитального строительства и благоустройства Озерского городского округа Валерием Черкасовым. На повестке дня стояли вопросы, касающиеся деятельности МУП «Память» и общей информации по оказанию ритуальных услуг в Озерске, состояние коллектора на улице Дзержинского и аварии на канализационно-насосной станции. На сегодняшний день в нашем городе работают порядка 5 организаций, которые оказывают услуги по погребению. О деятельности муниципального предприятия «Память» рассказал его директор Юрий Винокуров. Наша основная обязанность как муниципального предприятия – это все-таки является выполнение гарантийного перечня, которое определено в федеральном законе, и мы обязаны это сделать. Если мы говорим о цене вопроса, то на сегодняшний день утвержденный гарантированный перечень – это 6530 рублей. Вы сами понимаете, что в таком размере ни одна коммерческая организация не возьмется, скажем, исполнять вот этот ритуал в такой ценовой политике. По сравнению с коммерческими организациями, цены муниципального предприятия «Память» существенно ниже. При этом качество оказываемых услуг остается на высоком уровне. Юрий Викторович отметил, что доставка тела усопшего в морг производится бесплатно. Согласно федеральному закону, земля под захоронение также выделяется бесплатно. Известны случаи, когда представители некоторых коммерческих фирм, пользуясь состоянием родственников, включали в стоимость услуги, которые были обязаны предоставить бесплатно, или просто завышали цены. Схема, что только умер человек, значит, приезжает катафалк, тут же уже появляется или мужчина, или женщина, которая говорит: вот прайсы, вот давайте договорчик тут подпишем, и там везде в рекламах пишут: агент бесплатно. Но я не буду показывать, но у меня есть такие, где заказы написано: агент 2000 рублей. Фирмы, которые коммерческие представляют. Также был озвучен вопрос о состоянии коллектора по улице Дзержинского. Валерий Васильевич пояснил, что основная часть ремонта выполнена – это магистраль и колодцы. По техническим причинам не сделана врезка в действующие сети, так как для этого требуется отключение водоснабжения и отопления, что в зимнее время неприемлемо. Чтобы у нас канализация была сухая, нам нужно врезаться в сухую трубу действующую. Вот. Поэтому придется нам останавливать микрорайоны, даже 2 микрорайона, для того, чтобы врезаться. Зимой отключать отопление никто нам не позволит, и горячую воду. Процесс реконструкции затянулся по причине неквалифицированных кадров подрядчика. Нам пришлось прекратить 2 контракта из-за того, что они не справились. Однако бюджетные деньги потеряны не были. Этого удалось избежать за счет штрафных санкций, наложенных на подрядчиков. Все работы будут завершены в 2015 году. И также в связи с тем, что это зимнее время, мы не смогли сделать благоустройство, сделаем в этом году благоустройство. По факту недавней аварии на канализационно-насосной станции по улице Музрукова Валерий Черкасов в своем выступлении обратил внимание, что причины выяснены и виновники аварии наказаны. На данный момент во избежание запахов и распространения инфекции производится отсыпка пострадавшей территории, рекультивация. С цветочного хозяйства завозится чистый чернозем. 28 января в читальном зале Центральной городской библиотеки состоялась встреча со специалистами многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению. Директор МБУ МФЦ Елена Шиляева рассказала, что такое МФЦ, какие услуги он оказывает. 30 января исполняется год со дня открытия центра. От всей души поздравляем сотрудников центра с их первой датой. Мы оказываем на сегодняшний день 73 услуги. Федеральные услуги, государственные, муниципальные услуги и услуги, переданные государственные на органы местного самоуправления. То есть всего их 73 на сегодняшний день. График работы рассчитан таким образом, чтобы было комфортно любому гражданину к нам обратиться. Данная организация создана была именно для граждан, для оказания им услуг и повышения комфортности. Центр работает уже год, но такая встреча проводилась впервые.
Для нашего города создание такого центра – это долгожданное событие, так как теперь не нужно стоять в очередях и по нескольку месяцев собирать документы. Достаточно принести их в центр, далее в работу включаются специалисты. Вам останется только прийти и забрать готовые документы. Сотрудники центра проконсультируют по любому вопросу, объяснят, какие документы вам понадобятся и как их подготовить. Меня в частности интересовал вопрос. Я знаю, что МФЦ не работал с ГИБДД вот в прошлом году, что они должны были буквально вот в конце прошлого года, 14-го, должны были вот эту услугу начать оказывать горожанам. Но вот сегодня я услышала, что да, специалисты этого центра уже вот начали оказывать услугу. В секторе приема заявителей предусмотрено 26 окон для приема документов, 2 окна для выдачи документов, 2 окна для информирования заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг. 2015 год объявлен годом литературы. Это одно из важнейших культурных событий в России. Основной задачей этого года является привлечение внимания людей к чтению, литературе и книге. В городской библиотеке к году литературы приурочен цикл встреч под названием «Чтение. Путь к успеху». Это знакомство с интересными, талантливыми, успешными людьми. Ну, родилась и жила я в нашем городе. Концертная деятельность – это мое хобби. И сюда входит участие в фестивалях, поездки, сольные программы, запись своего творчества на диске. Всегда хорошо послушать себя со стороны и как бы поделиться своим творчеством, в частности, по интернету. Начиналось все с того, что я сама вот все эти концерты как бы посещала. А теперь я привлекаю и участников коллектива «Островок». Уже 13 лет свою жизненную любовь к авторской песне и вдохновенный труд над ней прививает Светлану ученикам своей студии «Островок». Не летающий и летающий, понимающий и мечтающий, говорящий и молчащий, не горюющий, горящие, не влюбленные и любящие люди будущего и без будущего. Если не было, так будет еще, все еще впереди. Если не было, так будет еще, все еще впереди. Перед зрителями выступили молодые дарования. Это дети от 8 до 16 лет. Они пели с такой наполненностью чувствами и мыслями. Кажется, что поют взрослые люди, умудренные жизненным опытом и зрелостью души. И эти ребятки нынешним летом привезли по несколько дипломов с иногородних фестивалей страны. С добрым утром, любимая, крупными буквами. С добрым утром, любимая, не жалея белил. И лежит нелюдимая. Моя, 29 января состоялась встреча с руководителем детского клуба бардовской песни «Островок» Светланой Списивцевой. Каждый год в Доме творчества детей и молодежи проходит муниципальная выставка «Сувенир года». Она существует уже около 10 лет, знакома и любима жителям города. 29 января состоялось награждение победителей. Всего было представлено 270 работ. В выставке принимали участие дети из города Озерска, Кыштыма и Карабаша. Муниципальная выставка «Сувенир года» существует в городе уже более 10 лет. Безусловно, она знакома жителям города, многими любима. И с каждым годом популярность и рейтинг этой выставки растет. Выставка посвящена, безусловно, новогодним праздникам. Это сам Новый год, это Рождество. Это все, что связано с весельем, ожиданием, сказки и чудо. Возрастная категория участников от 7 до 18 лет. Для участия приглашаются дети общеобразовательных и коррекционных школ, а также учреждения дополнительного образования. Выставка интересна еще и тем, что каждый соревнуется с равным себе. По результатам оценки жюри выявлено 63 победителя в разных номинациях. Работы поразили своей оригинальностью, яркостью и творческим подходом. 23 января в театре «Наш дом» с полным аншлагом был реализован большой, позитивный танцевально-театральный проект по мотивам блокбастера «Пятый элемент». Уже на входе обворожительные стюардессы и суровый пограничник с планеты Терра вовлекали гостей в космический мир.
Это грандиозное, фееричное шоу организаторы повторили по многочисленным просьбам зрителей. Впервые история о противоборстве бесстрашного Корбина Далласа и прекрасной Лилу силами зла в облике монголоров прозвучала в мае 2014 года в рамках второго регионального театрально-танцевального фестиваля «Театр чистых эмоций». Авторы сценария Ирина Костерина и Никита Золин. Автором идеи выступила Светлана Худякова. На самом деле, после первого «Театра эмоций», после «Алисы в стране чудес», поставленный именно по Тиму Бёртону, там очень яркие красочные персонажи, и хотелось найти какие-то образы, которые будут не менее яркими, не менее зрелищными. Плюс наш проект первоначально проводился с благотворительной целью в помощь больному ребенку. Значит, хотелось найти какую-то такую тему, в которой был бы заложен спасение мира и чего-то еще. Вот поэтому мы делаем маленькие шажочки, пытаясь помочь другим. На самом деле мы видоизменили немножко пятый элемент, добавив 5 новых номеров. Вот. Я надеюсь, что стало лучше и динамичнее. Одного показа было действительно мало. В пятый элемент вложены силы очень большого количества людей, в том числе и иногородних. Озерск, Челябинск, Копейск, Курган, Екатеринбург. И вот, благодаря усилиям всех участников, все стихии вновь сошлись вместе январским вечером в стенах нашего дома. Описать все, что происходило в зрительном зале, абсолютно невозможно. Проект состоялся благодаря участию артистов театра «Наш дом», театральных коллективов «Станция» и «Пари Вояж», уральских трейсеров и воздушной акробатки на полотнах Екатерины Вяткиной. И это все новости на сегодня. Всего доброго и до встречи!